Приветствую вас, дорогие друзья! Сегодня мы будем говорить о бизнесе. Меня зовут Оксана Богданович, и сегодня я вам расскажу, как с помощью нашей системы вы сможете зарабатывать онлайн. Наш проект-партнер – это больше, чем бизнес. Это команда единомышленников, которые уже научились работать вместе. Это готовая, пошаговая, современная система создания бизнеса. То есть созданы все условия, чтобы вы пришли и с готовыми инструментами создали свой бизнес в интернете. Наш проект-партнер больше, чем бизнес, потому что мы обучаем людей не просто зарабатывать в интернете, а прикладываем огромные усилия, чтобы также и развить человека, чтобы он смог улучшить качество своей жизни, научиться достигать своих целей и жить жизнью, которой он мечтает. Прежде чем я вам более подробно расскажу о бизнесе, я бы хотела остановиться на некоторых кейсах наших партнеров, то есть показать вам истории тех людей, которые уже в нашем бизнесе смогли изменить свою жизнь. Конечно, таких людей намного больше, но я хочу вас познакомить с некоторыми историями, и, возможно, вы услышите историю, похожую на вашу. Возможно, вы, услышав истории людей, также захотите изменить свою жизнь. Знакомьтесь, Ксения Фортуна. Сегодня Ксения Фортуна – это открытый рубиновый директор с годовым доходом свыше 2 миллионов рублей. Ксения получила от компании путешествие в Турцию и Португалию в подарок, и сейчас она выполняет условия, чтобы получить путешествие на Кубу в подарок. Когда Ксения пришла в бизнес, то младшему сыну было всего 5 месяцев, но, несмотря на это, она преодолела трудности и создала свой бизнес, хотя до этого работала в найме на работе, которая оплачивалась очень низко. Но Ксения смогла в бизнесе себя реализовать, и сегодня она является топ-лидером компании. Дальше, знакомьтесь, Жанна Филимонова. Жанна Филимонова тоже смогла реализоваться именно в декрете. Сейчас у нее 2 маленьких детей. И она начала работать не сразу. Она пришла, но начала работать не сразу. У каждого свой путь. Но сегодня Жанна имеет уже доход, годовой доход свыше 10 тысяч долларов. Жанна создает бизнес вместе с мужем. Жанна очень классно умеет работать именно с новичками, все им доходчиво рассказывать. У каждого человека в бизнесе своя история. И эти истории очень разные, но они похожи тем, что, приходя в них, люди меняют свою жизнь. Юлия Рябчинская тоже старший директор нашего проекта, ее годовой доход свыше 13 тысяч долларов. Юля также в этом году получила от компании путешествие в Турцию в подарок, хотя по образованию Юля учитель, работала копирайтером, но в то же время Юля не выходила на высокий доход, когда работала в найме и даже когда работала копирайтером. Именно тут Юля смогла реализоваться, и сейчас она уже строит свою команду. В этом году Юля выступала на непридуманных историях, рассказывала свою историю успеха. Гузель Садрисламова, наша звездочка. Она серебряный директор компании, но уже в открытом звании золотого. И ее годовой доход тоже свыше 10 тысяч долларов в год. У нас очень интересные истории. У нас люди с абсолютно, как вы видите, с абсолютно разных профессий. Я не буду вам рассказывать каждую историю подробно, я вам просто показываю, что вы можете познакомиться с этими людьми. И изучив истории, возможно, вы найдете свою. Анна Яковинич также. Сейчас ее годовой доход 500 долларов. То есть, почему? Потому что Анна только начинает. Она только начала создавать бизнес. Но она пришла и быстро заявила о том, что у нее есть лидерский потенциал, и она готова двигаться дальше. Это невероятные истории. Виктория Галюк, ее годовой доход свыше 12 тысяч долларов. Вика в этом году также получила путешествие в Турцию от компании в подарок. Вика у нас главная по дивизиону дизайнеров, она обучает людей дизайну, ее группа трудится, создает прекрасные картинки, которые помогают нам работать в интернете. У нас так создан проект, что каждый находит для себя ту зону ответственности, где он готов реализоваться. И я вам показываю эти истории, чтобы вы смогли увидеть, что абсолютно разные женщины разных профессий могут прийти, создать свой бизнес и реализоваться. Таких кейсов у нас очень много. Вы можете более подробно о них почитать на канале. Вы можете на канале также посмотреть каждый из директоров, какой получает доход. Я вам их показываю для того, чтобы вы смогли
через истории других людей увидеть возможности для себя. Я вам также расскажу кратко свою историю. Да, сегодня мой годовой доход свыше 44 тысяч долларов. Это свыше там 3,5 миллионов. Но так, конечно, было не всегда. Когда я пришла в этот бизнес, я работала учителем в школе, и у меня еще было две подработки. И из 7 рабочих дней в неделе я работала все 7. То есть у меня просто не было выходных. Все по одной простой причине. Я хотела жить хорошо. И в школе, когда я работала и видела своих коллег, которые уже работали много лет, я видела тот уровень жизни, которым они живут. И меня это не устраивало. Я понимала, что если я останусь на наемной работе, что моя жизнь будет такая же, как у них. Меня это очень не устраивало. Поэтому, когда мне предложили попробовать себя в бизнесе с компанией Faberlic, конечно же, я согласилась. У меня были огромные трудности в начале, хотя я тогда этого не понимала. Я много времени потеряла, потому что у меня не было знаний. Тогда не было такой команды, не было проекта, который есть у нас сейчас. Поэтому, да, я старалась, я все делала своими силами, но, конечно, когда у тебя нету знаний по бизнесу, то все не получается так, как нужно. Но с помощью опыта в любом случае я достигла результата, и ко мне пришли люди, мы объединились все вместе, мы создали проект, мы его развиваем, и сейчас, конечно же, я работаю не одна. Сейчас мы работаем все вместе команды, мы работаем все проекты, и у каждого из наших партнеров есть своя суперсила. Но если мою сравнить жизнь до и после, я родилась в деревне, потом поехала учиться, переехала в другую страну и работала учителем в школе. То есть, если посмотреть на мою прошлую жизнь, она ничем не отличалась от большинства людей. И если бы не бизнес, то, скорее всего, я бы работала, также продолжала бы работать учителем в школе. Но так как в мою жизнь ворвался бизнес, моя жизнь полностью изменилась. Почему? Потому что, конечно же, повысился мой уровень жизни. Я в Минске купила квартиру, две машины, гараж, вся, знаете, вот есть вся недвижимость, которая нужна для комфортной жизни. Вот все, что касается недвижимости для жизни, все это есть. Также есть развитие, есть путешествие, есть тот уровень жизни, которому хочется каждому человеку. Поэтому моя жизнь очень сильно изменилась. Сейчас я живу в столице, живу в своей квартире, которую мы купили без кредитов, без рассрочек, а именно за доход, который зарабатывается в бизнесе. И сегодня у меня совершенно другая жизнь. И когда я вот даже готовилась к этому видео и сравниваю свою жизнь до, и сравниваю свою жизнь после, то я понимаю, что мне просто открылись возможности, и я этими возможностями воспользовалась. Сегодня мой годовой доход, он бывает абсолютно разным, да, но это в среднем от 2,5 там, до 4 долларов в месяц. Вы видите текущую ситуацию в мире, да, что курс валют прыгает, но в любом случае наш доход постоянно растет. За 2021 год мой годовой доход был 44 тысячи долларов. 44 тысячи городов в нашем городе – это новая двухкомнатная квартира в столице. То есть я вам просто рассказываю о возможности. То есть просто подумайте, да, вот какие у вас есть возможности, чтобы за год на работе либо в бизнесе заработать на двухкомнатную квартиру в столице. Вы просто себе представьте. Конечно, такой доход был у меня не с самого начала, и такой доход не будет у вас в первый год, но это возможность ваша создать свой бизнес в компании, где ваш доход будет расти каждый год. В нашем проекте зарабатывают огромное количество людей. Вы можете более подробно посмотреть чеки и увидеть доходы. Эти доходы абсолютно разные, потому что каждый директор находится на определенной ступенечке своего развития бизнеса. Вот, доход перечисляется официально на счет, вы переводите себе его на карту, но многие лидеры сейчас с нами уже зарабатывают. Вот последний мой доход, который я получила в этом каталоге, пожалуйста, 2,5 тысячи долларов. Это, конечно, все связано с курсом валют, но мы сейчас все живем в такой реальности, и вам предлагаем создавать бизнес сейчас, когда, да, кажется, что времена тяжелые, это так и есть, но, с другой стороны, это возможности для роста бизнеса. Поэтому мы вас приглашаем именно создать такой бизнес, который вам, несмотря какие будут условия в мире, который вам будет давать доход.
Итак, что же мы вам предлагаем? Я вам показала истории наших директоров, которые есть в нашем проекте некоторых, да, я вам рассказала кратко свою историю, потому что моя жизнь точно полностью трансформировалась с Faberlic. Я пришла в Faberlic, когда мне было 24 года, сейчас мне 37, и это совершенно уже другая жизнь. Это просто, знаете, жизнь разделилась на до и после. И что же мы вам предлагаем? Мы вам предлагаем создать современный онлайн-бизнес с Faberlic в проекте «Партнер». Этот современный бизнес подходит тем, кто хочет не ходить на работу, кто хочет зарабатывать в интернете, иметь возможность развиваться, кто хочет получать признание, кто хочет получать путешествие в подарок от компании, кто хочет создать именно себе красивый бизнес. И наш бизнес, его можно передать по наследству. То есть вы себе, во-первых, обеспечите красивую старость, потому что вы будете работать в компании, и вы сможете этот бизнес передать по наследству. Это очень хорошие возможности. Почему компания Faberlic? У компании Faberlic собственное производство, и именно поэтому доступные цены. Именно поэтому очень высокое качество продукции. У Faberlic огромный выбор, который постоянно расширяется. Компания дает возможность получать неограниченный доход. То есть это зависит от того, как вы уже выстроите свою группу. Дальше. Бизнес, как я уже сказала, можно передать по наследству. Почему проект «Партнер»? Проект «Партнер», потому что мы команда. Потому что у нас есть современная пошаговая система создания бизнеса. Я хочу на этом акцентировать внимание, что мы работаем именно современными методами. Эти методы мы уже апробированы. У нас созданы различные сайты, роботы, воронки. Мы вам даем готовую систему. То есть вы к нам приходите, и мы вас полностью обучаем, как создавать этот бизнес. Вам не нужно будет самим ничего придумывать. Вам нужно будет взять готовую систему и внедрить. У нас есть база материалов, шаблонов, инструкций. И это создавалось многими годами. Вы это все получаете сразу, когда приходите в нашу команду. Наша суперсила – это наша команда. Это те отношения, которые у нас есть. Потому что очень сложно вести бизнес в одиночку. И очень легко, когда есть уже команда, которая готова вас принять. Очень сложно создавать бизнес, когда ты не знаешь, что делать. И очень легко создавать бизнес, когда ты знаешь, что нужно делать в конкретный момент. У нас есть совместная система работы по проекту. И когда вы к нам присоединитесь, то вы в эту систему вникнете, начнете применять и начнете получать доход с интернета. Дальше. Что мы вам предлагаем? Мы вам предлагаем доход, вот вы сейчас видите на экране, это доход в разных валютах. Сейчас в мире нестабильное время. И, конечно же, когда валюта растет, то и доход, соответственно, меняется. Но я вам составила доход на сегодняшний день. То есть, посмотрите, есть 4 варианта дохода. Вы выбираете, какой вы бы хотели, какой доход вы хотели бы получать в компании. То есть, смотрите, вот вы видите, давайте я буду в долларах и в российских рублях, чтобы было более понятно. То есть, вот есть доход $50, $100, $500, $2000. Какой вы выбираете? Давайте в российских рублях. Это в среднем там 5-6 тысяч, 11 тысяч, 17 тысяч, либо 220 тысяч. Какой доход вы хотели бы получать от компании? Теперь, в зависимости от того, какой доход вы выбрали, я вам предлагаю, что вам нужно делать для того, чтобы получать такой доход. Итак, значит, если вы хотите зарабатывать от $50 в месяц, то есть что это? Во-первых, когда вы к нам регистрируетесь, вы получаете скидку 20-26%. Это уже экономия. Сэкономил, значит, заработал. Дальше. Вы участвуете в различных программах, вы получаете скидки, вы получаете продукты по суперцене, вы участвуете в распродаже. Поэтому вы экономить можете где-то в среднем $50, да, либо 5-6 тысяч в месяц. Следующее. Это от $100, либо от 11 тысяч в месяц. То есть это те люди, которые продают по каталогу. Продают по каталогу у нас не всем, и это не обязательно. Но есть люди, которые хотят зарабатывать быстрые деньги. Они используют свою скидку, они используют различные программы, акции, они продают по каталогу, получают свой доход и получают еще определенные бонусы. То есть это касается таких быстрых денег, то есть это либо экономия, либо продажи по каталогу. Дальше. Следующее уже большие деньги, то есть когда от $500 в месяц, от 17 тысяч в России, это уже создание бизнеса. На начальном этапе вы просто приглашаете покупателей, делать у нас заказы, покупать продукцию, таким образом вы создаете свою команду, свою структуру, и с этого вы получаете доход, вы получаете свой процент.
А потом, когда вы уже принимаете решение построить серьезный бизнес, вы уже начинаете приглашать бизнес-партнеров. И ваша группа растет, и ваш доход будет от 2000 долларов в месяц. Если в российских рублях, это от 220 тысяч в месяц. То есть вы выбираете, какой доход вы хотите получать, и, соответственно, я вам рассказываю, что для этого нужно делать. Также, конечно же, вы должны понимать, что если вы хотите создать серьезный бизнес, то у вас должно быть на это время, у вас должно быть желание, потому что это может быть для вас как фриланс-подработка, либо же это может быть для вас серьезный бизнес. Поэтому вы выбираете сами, говорите нам, по какому варианту вы хотите сотрудничать, и мы вас этому обучаем. У нас есть два варианта получения дохода. Первый, да, то есть это быстрые деньги, то есть вы можете, во-первых, экономить на покупках, а вы можете продавать по каталогу. То есть это тот доход, который вы можете получить уже завтра, продавая по каталогу. И второй вариант – это доход за создание бизнеса. То есть вы приглашаете людей в свою команду, вы приглашаете бизнес-партнера, вы приглашаете просто покупателей, создаете свою команду и таким образом уже получаете доход с бизнеса. Первый вариант – быстрые деньги, да, это моментальная прибыль, когда вы продаете товар по ценам каталога, и вы получаете свою личную скидку 26%, вы получаете скидку 70% на определенные продукты, вы участвуете в различных акциях, и поэтому вы получаете сразу деньги. Второй вариант – это уже построение структуры. И когда вы приглашаете людей в бизнес, то есть это могут быть бизнес-партнеры, могут быть покупатели. То есть когда вы приглашаете бизнес-партнеров, они приходят и учатся бизнесу точно так же, как вы. Вы увидите примеры, что если вы будете правильно вести соцсети, то люди будут интересоваться сами, либо будут приходить по вашей рекламе, либо будут приходить к вам в соцсети, где вы их будете приглашать. И еще один вариант – это когда вы приглашаете людей покупать продукцию. То есть вы размещаете свою рекламу, вы ведете соцсети, показываете, какая есть продукция, приглашаете людей. Таким образом, каждый человек, который приходит в вашу команду, он становится вашим консультантом, либо вашим покупателем. И таким образом ваша команда растет, и компания вам платит доход. За что компания платит доход? То есть люди покупают продукцию в нашем интернет-магазине Faberlic, и компания выплачивает вам процент за сотрудничество. Как рассчитывается этот процент, это подробно описано в маркетинг-плане. Это наш документ, где рассказывается, как выплачивается доход. Мы этому всему вас обучаем, мы вам это все подробно покажем, но сейчас вам главное понимать, что если вы хотите зарабатывать в этом бизнесе, мы вам даем готовую систему построения бизнеса. То есть вы учитесь и приглашаете людей в компанию, к себе в команду. Эти люди будут делать заказы, покупать продукцию, и за это компания будет выплачивать вам процент. Дальше. Вы приглашаете людей, которые так же, как и вы, будут строить бизнес. Они приглашают людей, все люди делают заказы, компания вам выплачивает процент. Компания вам будет платить не только за тех людей, которых приглашаете вы, но и за тех людей, которые приглашают те люди, которых вы пригласили. Таким образом, у нас растет большая команда. А с чего нужно начать? Есть три простых действия, чтобы вы смогли начать. Первое. Вам нужно пройти обучение. Это для вас будет новая сфера, поэтому мы полностью по шагам вас ведем и даем вам полное обучение. Второе. Вам нужно научиться пользоваться продукцией, то есть организовывать товарооборот. Этому тоже мы вас научим. И третье. Вам нужно научиться приглашать людей. Приглашать людей либо пользоваться продукцией, либо создавать бизнес. Затем вы будете получать уже доход от компании, но вы будете получать не просто доход, я вам уже показывала, сколько зарабатывают люди в нашем проекте, но вы будете также получать признание от компании, вы будете получать путешествия. И я хочу с вами поделиться вот этой атмосферой, которая у нас, которая запечатлилась на фото. Мы в этом году в нашем проекте «Партнер» получили путешествие в Турцию большой команды, то есть с нашего проекта 26 человек получило путешествие в Турцию в подарок. Вот поэтому мы отдохнули командой, мы делали фотосессии, у нас получился очень классный отдых, и у нас там был на берегу моря день команды. Мы очень любим командой собираться вместе, мы очень любим общаться, потому что у нас дружная команда, и это наша суперсила. Многие партнеры в нашем бизнесе строят именно свой семейный бизнес, и поэтому многие были с мужьями, получали премии, получали признание на сцене, отдохнули, и такие путешествия компания дарит каждый год, и у каждого из вас есть возможность не просто зарабатывать, а именно изменить свою жизнь, то есть
путешествовать, развиваться, отдыхать, жить именно свободной жизнью. То есть когда вы работаете дома по свободному графику, по тому графику, который вы сами для себя выбираете. Наша задача вас научить, но для этого у нас есть готовая система. То есть мы вам предлагаем готовую систему, вы ее внедряете, и вы получаете результат. Вы зарабатываете в интернете, и вы параллельно еще развиваетесь. И вот следующее путешествие, которое нас ждет, это путешествие на Кубу, на котором мы уже выполняем задание. И компания нам подарит это путешествие. Я предлагаю вам присоединиться в наш проект и написать тому человеку, кто дал вам это видео. Мы приглашаем ваш проект и дадим вам готовую систему построения бизнеса. Мы приглашаем вас присоединиться к нашей дружной команде. Мы приглашаем вас в нашу теплую атмосферу. Мы поможем вам создать бизнес, зарабатывать в интернете. Мы поможем вам развиваться, достигать своих целей. Мы поможем вам улучшить вашу жизнь. Я буду очень рада, если вы присоединитесь в нашу команду. Напишите прямо сейчас тому человеку, кто дал вам это видео, и я жду вас в нашей команде. Я жду вас в нашем бизнесе. И запомните, ваша жизнь изменится. И это ваш шанс, поэтому используйте его. До новых встреч, друзья!